В Ивановской филармонии открылась книжная ярмарка «Умная книга». Это мероприятие проходит в областном центре уже четвертый раз, и с каждым годом интерес к нему только растет. Организаторы ярмарки ставят задачу познакомить читателей и покупателей с многообразием литературы, а также привлечь интерес к чтению как таковому. Глагол «читать» он не терпит повелительного наклонения. Ты не можешь ребенка заставить читать, ты не можешь применить тут палочную дисциплину. И, так сказать, любовь к чтению ее можно только привить интересом, различными какими-то подходами. Поэтому, собственно говоря, вот проведение различных мероприятий вокруг книги с книгой и поможет привести ребенка к чтению. В этом году в ярмарке принимают участие рекордное число издательств. Книжные развалы заняли все пространство на втором этаже филармонии. Горожане могли выбрать литературу по душе. На ярмарке представлено много книг для детей, художественной и отраслевой литературы. У жителей города сегодня нет, наверное, вопроса, какой подарок лучше всего на Новый год купить. Лучший подарок – это книга. Поэтому я хочу поблагодарить организаторов за то, что проходит выставка на таком серьезном уровне, поблагодарить наших гостей, которые к нам приехали еще раз. И хотим сказать, что город Иваново всегда ждет в гости к нам творческих, интеллигентных людей. В торжественной церемонии открытия книжной ярмарки принял участие писатель-сценарист Андрей Дмитриев. В Иванове автор проведет несколько творческих встреч. По его мнению, подобные выставки для жителей небольших городов очень важны. Ваша выставка в этом смысле замечательна, потому что приближает читателя книги, а в магазинах книжных провинции просто бедствие. Это книжки про то, как сварить кашку, поймать рыбку, найти грибочек, связать чулочек. Вот, ну и несколько десятков так называемых детективов. Конан Дойл, я думаю, бы в гробу перевернулся, если бы прочел бы эти детективы, да? Горожане книжной ярмарки уже стали готовиться заранее, потому как радует и выбор литературы, и цены на печатную продукцию. Я уже со вчерашнего дня знала, что будет Петр Вайль «Гений места». Эту книгу я давно хотела, и я ее приобрела. Отличные цены, потому что я совершенно недавно приехала из Москвы, была в книжном магазине «Москва», там тоже, в принципе, цены нормальные, но не сравнить вот с тем, что сейчас здесь у нас. Программа книжной ярмарки «Умная книга» будет насыщенной. В течение двух дней в Иванове состоятся презентации новинок этого года. Юных читателей ждет знакомство с современной литературой. Перед студентами и преподавателями вузов выступит поэт и переводчик Максим Амелин. Любовь Подчерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново.